друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной, для меня это очень важно и очень приятно. Как всегда, мы с вами отправляемся в путешествие по моей любимой стране Беларуси. Как вы уже могли видеть, путь наш лежит через Брестскую область. А вот куда мы едем, вы узнаете чуть позже. Ну что, поехали! Ну что, друзья, я уже на месте, и, как видите, даже гуляю по городу. Как вы думаете? Хотя вы уже знаете название влога, поэтому уже стопудово знаете, по какому городу я гуляю. Но если бы вы, например, не знали название, вы бы смогли определить по картинке за моей спиной, в каком городе я нахожусь сейчас? Вот вам интересный вопросик, напишите в комментариях. Но, как вы уже поняли, я в Барановичах, поэтому идем на экскурсию по этому потрясающему городу. Он достаточно большой, поэтому наслаждаемся весной в Беларуси. В Барановичах сегодня 26 градусов, 31 марта, и мне немножко жарко, но это не помешает съемке нашего с вами влога. Идем.
Thank you.
Ну и, конечно же, находясь в Барановичах, я не мог не зайти за знаменитой лодочкой. Запостил уже фотку в инстаграме своем и сразу куча людей написала: ты уже попробовал лодочку? Уже иду пробовать. Кстати, если вы не подписаны до сих пор на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь, ведь вы будете узнавать о моих новых локациях. Там первыми инстаграм Чернячок. Ставлю здесь ссылочку. Ну что, друзья, сейчас будем пробовать эту вкусноту. Друзья, еще заехал перекусить в Амстердам, в Корону. Поэтому, кто кушает, всем приятного аппетита. И буду уже выдвигаться домой. Ну что, друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилось. Прогулочное, историческое. Постарался не только снять для вас классное видео, но еще дать свои комментарии. Конечно же, нашел это все в интернете. И хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео, если оно вам понравилось. Поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Ведь это важно для меня и важно для развития моего канала. И напоминаю вам про спонсорство на моем канале. Кнопочка внизу. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до встречи и пока!